Что-то как-то друзья зарос. Вам не кажется, надо вон до парикмахерской дойти. Ну что, друзья, всем приветики, с вами я, Пандос FXович. На руках у меня Честер FXович. Поздоровайся. Ну и сегодня, друзья, внезапным образом врывается третья серия моей рубрики «Без доната». Хотя она должна была быть пятой, но предыдущие два выпуска я решил объединить и вылить в один. Собрал, в общем-то, себе вот такой-то составчик, который вы видите на экране. Белла себе забрал из SBC, и он у меня бегал исключительно на сыгранности 0. Ну и поверьте, даже с этой сыгранностью 0... Бейл херачил как надо. Реально, карточка впечатлила меня, учитывая, опять же, что он на нуле играл. Также, как вы помните, я собирал кучу паков, там, продвинутые, раздвинутые, задвинутые, вот эти все СБЧ, и ничего. Вот просто ничего. Также на этом аккаунте, друзья, у меня было три сборки кумира. Первая карточка, которая выпала, ну, вы ее наверняка видели, это легенда клуба уже Эрнан Креспо, 101 матч, 193 гола. Во второй сборочке кумира, друзья... Меня ждал он. Ну, мне кажется, что это Шевченко, бля. Это Шевченко? Да, Шевченко. Мидл версия. И ничего хорошего про нее сказать не могу. Карточка, ну, сами понимаете, посредственно. Не получилось эту карту, собственно, заиграть у меня в клубе. И он улетел на третью сборку СБЧ. Третьего кумира я открыл абсолютно случайно. Просто открываю рандомные пакетики. И смотрите, что мне упало, друзья. Бразилия. Цапник. Я уже все такой... Тут кака. Печально. Это самая дешевая версия. Это даже не карта, которая стоит дороже 200 тысяч. Она стоит дешевле сборки. Там 100 с копеечками. Статки, опять же, такие себе, опять... Учитывая, что я не играю с цапниками, для меня по очевидным причинам это был херовый дроп. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, напомню вам о своих спонсорах. Это мои легальные, хорошие друзья из компании Пари, на сайте у которых вы можете сделать ставочку на любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Если вы пройдете верификацию до конца, не забывайте про классный бонус FreeBet в размере 1000 рублей. Регистрация абсолютно простая, можете делать на сайте, можете делать в удобнейшем мобильном приложении. Ну и ссылочка, естественно, находится в закрепленном комментарии. Всем удачи. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. К Викинг-лиге я решил немножко усовершенствовать состав, прикупил себе некоторых чувачков, чтобы сыгранность более-менее адекватная была. Там Аканджи, Минди, а в атаке у меня первые 10 матчей бегал Тотти, Карим, Бензема. Так уж получилось, что у меня был на 10 матчей. И вы знаете, первые 3 матча прошли у меня довольно-таки легко, практически в каждом матче был дисконнект. Да петух ебаный, блядь, французский! На нахуй, блядь. Да, периодически вы будете слышать мои комментарии касаемо этой игры. На нахуй, блядь. 3-3 мой любимый счет, нахуй. Но это было страшно на самом деле. Видеть, как я играю в Викинг-лигу. А у меня еще так уж получилось, что мне нужно было вечером сваливать. И я просто взахлеб практически там за 5-6 часов отыграл полностью Викинг-лигу. Сосать. Сосать. Съебался нахуй. До свидания, бля. Карим Бензема. 3 плюс 1. Бейл 2 плюс 1. Естественно, мой состав на фоне всех моих соперников выглядел прям, ну, скажем, не устрашающе. Вот такие вот челы мне встречались. Пеле, Кройф и прочие ребята. Но заканчивали они все вот такими вот дисконнектами. Собственно, дисконнекты у меня продолжались. Я просто всех рвал и метал. Да чё вы селиваете, алё, бля? Непобедимый состав, что ли, собрал? И в моменте я доиграл до статы 7-1. Блять, это было потно, нахуй. Но в моменте что-то, друзья, игра начала душить. Пошли какие-то потные соперники уже с какими-то нереальными командами. В некоторых матчах я действительно сходил с ума. Я сейчас переслушиваю то, что я там говорил, но это прям реально. Записки сумасшедшего человека, нахуй. Ну что это, блядь? Ну что это, нахуй, блядь? Да, блядь, сколько нужно, блядь? Заебало, блядь. Это пиздец, блядь. Я не могу, нахуй, уже с ума схожу, блядь. Я проклят, блядь, я официально проклят, блядь. 12 ударов, 5 и 3 XG. У чувака 5 ударов, 4 гола. Бля, это просто как?
У меня же говносостав, блядь. Это мучение закончилось, друзья. Чтоб я еще раз в эту сраную Викингу играл. Ну его нахер. Сделал я 11 побед, задача минимум выполнена. MVP, конечно, моего состава — это Гаррет Бейл. 36 матчей, 42 плюс 13. Вся стата ВЛ плюс отборы. Ну и парочку там матчей в Division Rivals. Остальные пацаны то приходили, то уходили. Вначале Бензема у нас фирил. 9-10-2. Санчес 3 голешника забил. Руни вообще нихуя не сделал. Ну и Месси под концовочку там парочку голов заколотил. А так в целом, конечно, состав нужно апгрейдить, менять. И надеюсь, что сейчас мне дадут какие-нибудь достойные награды. Команда недели там вроде всратая, ловить особо нечего. Вот и Марес, которого в начале Викинг Лиги я покупал. Вот, может быть, и в основку залететь. Едем дальше. Ракитич 88. Ну и третья карточка. Тут все говнори. Так, ну и два пика. 84+. Может быть, здесь нам Тоти завезут? Нет. Всего лишь Барелла. Ну и вторая карточка. Это шик, блядь. Даже рейтинги хуёвые, блядь. Ну это ёбаный бездонатный аккаунт, где я потел в эту сраную Викинг-лигу. Набор редких игроков, друзья. Это волкаут. Хотя продать можно будет. Может, что-нибудь интересное выпадет. Нет. Льорис 87. Так, ну и набор Ultimate. Это за блядский проклятый аккаунт. Азар, блядь, 84. Это максимум, да? Пиздец, 83 рейтинг максимум. Ну это просто неуважение какое-то к моему бездонатному аккаунту. Нахуй я потел-пыхтел. Вопрос остается открытым. Ну и, в общем-то, мой эксперимент провалился. Я-то думал, сейчас я как новичок залечу новый аккаунт, и мне посыпятся все самые красивые карточки во вселенной. А мне яшники показали просто фак. Ничего не выпало. Ну, можно вспомнить разве что Педри, который упал мне в последние часы Тоти-эвента. Ну, один Тоти-номинант. Вау, классно, как я рад. На самом деле было два Тоти-номинанта. И как вы думаете, кто им был? Ну, естественно, дубликат Педри. Вот такая вот смешная шутка от eSports. Сейчас составчик выглядит мой вот таким вот образом. Креспо потерял место в составе. Педри, я собрал Сорлота себе. Не знаю, на кой хер, наверное, потому что мне Холланд не упал. И это типа его такая ультра-дешевая версия сыгранности. В очке буду думать, крутить, вертеть. Как можно тут что-нибудь наделать. Ну и, в общем-то, к вам вопрос. Не знаю, насколько вам будет интересно дальше смотреть мою рубрику без доната. Если будет интересно, наберем под этим роликом 10 тысяч лайков, чтобы, опять же, я увидел фидбэк, что вам действительно интересно смотреть на эту рубрику. И дальше буду, не знаю, играть в Викинг Лигу, открывать паки, может быть, какие-нибудь креативные составы буду собирать. Потому что на основе понятно, у меня там разъебная команда, всех трахов, никого не чувствую, а здесь... Какой-никакой интерес есть. Если даже вы не поддержите лайками и не будете смотреть данную рубрику, я все равно буду на фоне поигрывать в свою рубрику без доната и смотреть, насколько круто у меня состав преобразится в конце сезона FIFA 23. Пока что вот такой состав имею. Да, честно скажу, ожидал большего, учитывая, что были надежды, что я залутаю Тоти. Ну и, в общем-то, все, друзья. Вот такой вот видеоролик у нас получился. Если он вам понравился, оцените его Лукасом. Ставьте классные комментарии. А с вами был я, Пандос FXович. И Честер FXович рядом, который сидел. Ну и, собственно, все. Всем спасибо за просмотр и чао-какао. Попрощайся, Честер.